Тефтелев сменит статус. Экс-глава даст показания против своего подельника, обвиняемого в мошенничестве. ВИП-сиделец выступит на новом рассмотрении дела экс-начальника капстроительства Евгения Пашкова. Начать допрос свидетелей в Центральном суде должны были уже сегодня. Но незадолго до заседания Пашков решил поменять адвоката. Будет, наверное, заявлена еще жалоба, ну и часть ходатайств, которых нам нужно обсудить защитникам еще. Как объяснил новый защитник, ознакомиться с материалами дела он не успел, хотя разбирательство длится уже больше года. Тефтелев – это лицо, с которым было заключено. Неделю назад вы заключили соглашение, мы ни разу не пришли, не попросили ни копию приговора, ни копию апелляционного решения. А ведь те свидетели так и не были допрошены. Кроме того, был приглашен Тефтелев. По версии следствия, Пашков и Тефтелев получили взятку в 2,5 миллиона рублей при строительстве школы в Парковом. После апелляции дело экс-начальника капстроительства вернули на рассмотрение в суд первой инстанции. Изначально для подельника экс-мэра запрашивали 8 лет колонии. Сам Тефтелев отделался 3 годами заключения и штрафом. Показания экс-главы Челябинска и других свидетелей суд выслушает на следующей неделе. Разбирательство продолжится 28 декабря.